Почему я и спрашиваю вас, когда вы давали разрешение на то, чтобы через вас работали? Давайте сделаем так. Я досчитаю до трех, и вы окажетесь в той ситуации, когда вы дали такое разрешение, чтобы вашим физическим телом пользовались для этих целей. Итак, я начинаю счет. Раз, два, три. Вы оказываетесь в той ситуации, когда вы дали такое разрешение. Что это? Где вы? Что вокруг вас? Я вижу ситуацию перед воплощением. Так. Что мы группа, ну, мы называемся белые братья. Мы принимаем решение, что родится такой ребенок, который будет принимать, как это сказать, что этим телом могут пользоваться мы все братья по мере нашей необходимости. Кто такие эти братья? Белые братья, да, вот родственные души, да. Сколько вас? Вот сейчас вспоминаю, если вспомним, это Христос, Михаил, Самуил, Салех, Варуна, Тот, Сет, возглавляет их Ра. И еще Гор. Вроде бы мое тоже какое-то воплощение, моя душа. Тут очень сложно. Как это проверить? Вот хотелось бы. Вот сейчас вы видите, что это ваши родственные души, которым вы позволили периодически работать через ваше физическое тело. Так? Это правильно я понимаю? Ну, вроде как так получается. И вы знали, что с вами это будет в течение жизни? Нет, до сегодняшнего момента не знал.